Каток в самом центре Якутска. Сегодня в праздничный день на площади Ленина активисты Министерства молодежи торжественно открыли для горожан ледовый каток. Впрочем, оказалось интересным, каток будет не только для любителей покататься на коньках. На праздничном мероприятии побывал Олег Колесов. Первым вступил на лед Артем Семенов. Школьник из Якутска на коньках стоит уверенно. Каток оценил и поделился впечатлениями. Он лучше, чем других, когда я катался. Да? Идея построить каток прямо в центре города принадлежит молодежным активистам. Проект поддержали региональные всероссийские студенческие отряды, Центр по работе с волонтерами, Союз молодежных организаций и общественники. А мы попробуем здесь в течение весны, весеннего периода, а это у нас период где-то вот сейчас, сегодня с 8 марта по 15 апреля, организовать мероприятия, работы. Пока работает каток, на площади Ленина ежедневно будут проходить разные мероприятия, в том числе благотворительные концерты и мастер-классы. Конечно же, главной целью, которую они преследуют, это пропаганда здорового образа жизни. А так как мы непосредственно занимаемся этой политикой, конечно же, мы поддержали идею Николая и смогли совместно с общественными организациями республики организовать, и сегодня состоится торжественное открытие катка «Дружба». В центре города открыли общественный каток, который будет работать с 12 дня каждый день. И организаторы планируют поставить теплое помещение, чтобы люди погрелись и попили горячий чай. В наше время зимой это развлечение хорошее, конечно. Тем более в центре города для всех. Тут очень много народа ходит, дети ходят. Гоше 3 года, ну скоро 4 будет. Возможно, сюда придем, коньки купим. Учиться будем как раз ходить, кататься. Чтобы открытие катка прошло многолюдно и весело, его приурочили к первому празднику весны. Активисты вручили всем представительницам прекрасного пола самодельные цветы. Ну, пришли на праздник порадовать прекрасных половин, получается, с праздником. Вот с этим прекрасным праздником 8 марта. И вот, получается, сами своими руками сделали вот цветочки, типа и раздаем, ну, для настроения, для поднятия настроения, как бы. Стоит отметить, что каток будет работать бесплатно. Организаторы приглашают всех горожан не только кататься на коньках, но и участвовать в праздничных весенних акциях. Олег Колесов, Владимир Павлов, Якутск.